Начало купального сезона, согласно решению Брестского горосполкома, приходится на 1 мая. До этого времени сотрудники всех заинтересованных ведомств должны успеть подготовить места для отдыха жителей Бреста. Этот год не стал исключением. Работа по подготовке мест отдыха ведется по плану. Сотрудники Брестского городского ЖКХ, а также водолазы активно трудятся во благо города и его жителей. Представители дорожно-эксплуатационного предприятия по мере надобности осуществляют ремонт малых архитектурных форм, лавочек, теневых навесов, кабин для переодевания, урн для мусора и причалов. Сегодня мы уже вышли на финишную прямую. То, что вот сейчас водолазы вышли, и они очищают акваторию от порослей, ну и, так сказать, посторонних предметов, это уже будет, мягко говоря, окончательно. На следующей неделе нам останется только под грести, будем так говорить, привести в порядок самое песчаное покрытие пляжа. И все, и практически мы готовы. Устранение посторонних предметов на дне водоемов – задача водолазов. В деле задействованы несколько групп работников. В период интенсивного отдыха, как показывает практика, безответственные жители то и дело норовят оставить после себя мусор. Зачастую бросают в воду бытовые отходы и стеклянные предметы. С этой проблемой бороться приходится работникам освод. К делу брестские водолазы приступили с начала сезона. Например, если мы берем, в частности, этот сектор, грибной канал, искусственное сооружение, здесь выкапывалось, что-то могло оставаться, что-то планировалось немного по-другому, всего я тоже знать не могу, но по факту находим дни, остатки железобетонных конструкций, банальный мусор. Под пристальным вниманием в рамках подготовки к купальному сезону пляжи на Красном дворе, пляж Восточный и Центральный, Грибного канала и Набережной. Уборка сегодня в завершающей фазе. Наводятся последние штрихи, устраняются недоработки. К началу мая все места отдыха брещан приобретут обновленный вид.